Световое шоу в Париже, в столице Франции, отметили 130-летний юбилей Эйфелевой башни. 15 мая 1889 года она впервые была открыта для посетителей. Большая железная дама давно стала символом Парижа. Построили ее на время для всемирной выставки. И поначалу многие французы называли безвкусным творением инженера и архитектора Гюстава Эйфеля. Но шло время, глаз парижан привыкал к сооружению, а гости столицы Франции спешили подняться на Эйфелеву башню и увидеть Париж с высоты. В настоящее время строение посещает около 7 миллионов человек в год.